Добрый день. У нас проекция на неделю от 28 июня по 4 июля. Итак, у нас здесь по картам проекция показывает повешенный, колесо фортуны, карта звезда и ситуационных картов четверка жезлов, девятка пентаклей. Я бы вот скорее даже вот так сделала. И здесь у нас двойка жезлов и шестерка жезлов. Итак, первое, на что хочется отметить, это убытки. Решается вопрос с убытками. Это могут быть как задержка выплат, как от вас тоже ожидают, и также к вам, по отношению к вам ожидается поступление денег. Итак, задержка выплат, зарплат, несоответствие тому, что вам обещали и что вы имеете. Все решаемо, но потребуется время. Время, конечно, не бежит. Несколько кажется, что оно затянулось, поэтому здесь лучше смотреть на несколько шагов вперед. Если нужно платить, вот, например, вам куда-то предложат, да, купить какой-то курс. И если нужно платить, либо курс, либо какая-то покупка, и сумма превышает 30% вашего дохода. Не расхода, а именно дохода. Например, этих доходов, чтобы, например, эту сумму заплатить, должно быть как за 4 месяца, да, то смело отказывайтесь от вложения, даже если это связано с самообразованием. Либо старайтесь, чтобы вам оплатили, да, сделали бонус, либо подарок. А если таких тоже вариантов нет, вы отказываетесь. Это один из верных показателей, что жизнь показывает, сейчас не время. Посмотри вокруг, другие шансы, и они есть. Итак, поездка на этой неделе, но недалеко. Короткие дороги, но и также есть планирование на дальнюю поездку и очень хорошее место. Я бы сказала, место силы, но пока вы не выбрали и не знаете, но отдых у вас будет обязательно. Смотрите, куда вы хотели бы поехать, выбирайтесь в ближайшее время, не отказывайтесь от отдыха. В любом случае, даже при наличии каких-то вложений и расходов, отдых все равно у вас будет. Итак, многие скажут, может быть, ну какой отдых, но нет. 100% проекция также на эту неделю говорит с помощью карт Таро, колоды Гом, да, утверждает, просто не отказывайтесь от задуманного, от вашей мечты. Вас пригласят, подарят отдых, но точно, что это стоит у вас на дороге. Я не вижу необходимости в профилактике вакцинирования, потому что она не такая далекая дорога, но вижу в необходимости и порядках в бумагах. На этой неделе вы будете чувствовать себя гармонично. Что-то купите, что-то вам нравится. Со скидкой, возможно, то, что хотели бы купить. Ну, возможно, даже не скидка, а, знаете, хорошее приобретение. Возможно, и за дорогую цену, но то, что вы действительно хотели. Значит, участие в соревнованиях, каких-то в спорах также показывает на победу. Участвуйте. Спорьте, ведь жизнь – это игра. Учитесь в нее играть. И если относитесь серьезно и без улыбки, то пора научиться. Итак, деловой подход к поиску второй половинки обязателен. Кого вы хотите получить и какой он? Мужчина, женщина вашей мечты. Вот кто? Под описание. Вот прямо не стесняйтесь описывать. Итак. На этой неделе мы действуем с огнем, с напором, и горы раздвигаются, и моря поднимаются. Неделя мощных энергий. Здесь такие карты, они не просто так, тут просто прилегли, да? Действуйте, в общем, с огнем и с напором. Многие сложные дела будут даваться, кстати, легко. Приближение к целям, многим целям. Полюби приносить себе пользу сама. На этой неделе это более актуально. Ищи выгоду и получай. Так, теперь я хотела бы сделать по каждому знаку зодиака дополнение. Так, что нас ждет овнов? Овны, на этой неделе позаботьтесь о своем здоровье физически. Берегите себя, избегайте травмоопасных мест. Так, тельцы. Тельцы, скорее всего, вы получили то, что вы хотели. Вот вы получили недавно, но вы расстраиваетесь, вы почему-то горюете. Это не повод горевать, что не совсем так, как вы хотели, а повод задуматься, что улучшить. И тогда печаль заменит радость. Близнец. Близнецы, постигайте новое. Хотя
Сейчас время открываться. А вы как-то хотите начать все сначала. А этого не стоит делать. Нужно идти дальше. И то, что вы недопонимали, не знали, оно подтянется и приложится. Для раков. Император. Итак, для раков. Да, вы важны. Да, вы на своем троне. Возможно, вы хотите с размахом что-то отпраздновать. Чтобы, знаете, у вас было такое общественное признание. Ну и чтобы вас в прямом смысле признали самим императором, самым главным, да, вот самым главным в семье, самым главным на работе, самым главным вообще в социуме. Вы можете вообще-то просто на этой неделе получить какую-то травму. Будьте аккуратны, вы можете упасть. Торжество ваше удастся, то, что вы планировали, удастся, на упасть в прямом смысле вы можете. Поэтому сидите крепко. Ходите устойчиво на своих ногах или лучше ездите на авто. Лев. Тут императрица, она говорит, что вы уже получаете хороший урожай. Много знаете, много умеете, знаете себе цену. У львов эта неделя очень благополучна. Лев. Ой, дева, простите. Будьте настойчивы, быстрее. На этой неделе придется быть одновременно в двух местах. Но все же не спешите. Вы все равно по-любому все успеете. Далее, для весов пришло время все взвесить на этой неделе за и против, и в доходов, и в расходов. Ведь скоро вам пригодится знать, куда вам стоит пойти, чтобы завысить доходы, уменьшить расходы, либо чтобы вам какие-то действия сделать, чтобы у вас в жизни прибыло. А не убыло. Вот так. Ну, все-таки как-то связано с доходом. Итак, скорпионы, разберитесь, что заставляет боль не только сердцу. Конечно, эти мечи воткнули не вы. Блоки необходимо убрать на этой неделе и займитесь этим. Все достаточно успешно разрешится. Исцеление не за горами. Далее, стрелец. Прекрасно, на этой неделе вам получится подкопить приличную сумму денег. А возможно и посчитать вашу прибыль, выгодно вложить под проценты. Так, Козерога мы, по-моему, пропустили. Это Козерога карта. Отлично, вы готовы сражаться. Но с кем? Как-то здесь тишина, вы в боевой готовности. Думай головой, ведь жизнь уже показала вам заботу и доверие к вашей жизни, и вы опять боретесь. Вы боретесь, хотя не стоит. Водолей, вас одолевает бессонница. Вы переживаете. Но зачем вы так? За кого вы вообще переживаете? Стоит ли беспокоиться? Найдите выход, он всегда есть. Ну и для рыб на эту неделю все кончено. Вы так больше не можете. Хорош тот, кто не просто падал, но и умел подняться. Держите удар, не бегите. Бежать некуда. Разберитесь, в чем дело. И уберите создавшуюся ситуацию. Вам это по силам. Пожалуй, это все на эту неделю. Вам хорошего настроения, приятного дня. А с вами я, с любовью, ваша Каролина.